Suicide Squad! Attack! Bang! Так, сейчас динаюсь. Бронжак раз. Отлично, не дал забрать. Прогорасил жестко, супер. Нормально его разминать сегодня. One more stack and I jump. Обидно, что он промазал полбой, конечно, не подождал. Сейчас бы сделали фраг уже. О, секьюра появились. Меня? Ну и файлик бы здесь выкинуть мог, только потратил бы его. Чел. Умер. Да ладно! Да ладно! Офигеть! Это было жестко, откровенно. Офигеть, это было. Это было офигеть. На тоненьком. Нет, не получу. 52, 53, 4, 55. Вашу верхнюю башню атакуют. Что? Нейтральный крип? Что происходит в этой игре? Шок какой-то. Смешно. Смешно получилось. Серьезно? Вашу центральную башню атакуют. А, он стакает. Давай, давай. Шутишь, что ли? Офигеть. Да как так? Задень. У меня щит есть, давай бьем его. Не задел. Вот сейчас лорд залить. Вар, походу, сейчас ним. Восемь. Да только не паунс. Нам хватит паунса, нам можешь прыгать на него. Бластер Вика. А, там Клара пока в соло разминает. Там ебёт, блин. Всю команду. Вашу верхнюю башню атакуют. Плохо работаю, я им кислое получаю. Он спрыгнул его на сладкий. Он мог умереть там на эти маги. Может и так умрет. Э-э-э.
еще раз. Здесь, да? Я уже снял. Хорошо. Можем с этим, с битрайдером нажать смог, пробовать убить кого-то. Давай я куплю, пойду. Хватило. Баром не хочу влезть. Резко расхотелось, знаете. Почему они пытаются с ними драться? Да. Дела пока плохи наши. Чем тебе манта на серфе? Я на испу подошел. Да, походу эту игру не вытащить. Уже никак. Я реально не понимаю, почему он собирает манту на SF. SF, can you sell this manta recipe and go something to become more fat? Я вижу. Закончит уже. Свои яши. Ну, пойдет. Я убил Рошана и забрал Аегис, по сути, у них. Соло, эту игру на темпларке выиграл просто дебилоиды. И не мог больше это самортизировать, чем я это сделал. Не фарми. Вашу верхнюю башню атакуют. Не пуш. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Ой. Уже кач пошел на антимаге. Тут по нытике. Везде фуз. Лотар, ну какой лотар? Ну что ты делаешь? Ё-моё. Что если чел просто агер нажмет? Ты умрешь сразу же? Те, уходи, уходи. Вашу верхнюю башню атакуют. Ваша нижняя башня разрушена. Что? Здесь кого-нибудь? Но здесь никого. Сейчас будет антимаг. Все. А, все, уже никто не будет. Антимаг пушит. При тебе ломают мины, ты заходишь в лотарь, что, убираешь что ли? ГГ. ГГ. Какой силер на старте? Какую пассивку он хочет выключить? Антимага? Так нас 4 других героя убивают. Это же смешно. Мы уже байбек разбей шмотки, ты все равно проиграл это уже. Да, это сложно, конечно. Я не знаю, парни, я в этой игре солил просто как мог, это просто нонсенс, как мы это сливаем. Самый конченый на битрайдере вообще. Упс, ай, ой, не успел умереть, хорошо. Это больное чмо. Горят парни, не понимают, что дали бы мне хоть кого-то делать. Сюда. Затушили бы их. Ой. Да, удивительно, конечно.
Я реально как будто один играл в эту игру. Просто один. Не подскажете, который час? А то я без часов. Ах да, час расплаты. Ваша очередь запрещена. Так, это тот тип, по-моему, который горел на моего тэчиса в прошлое. Осталось 5 секунд. В позапрошлой. Сейчас скажу точно. Да, это он. Ха, это Жакс. Ха-ха. Это будет мемно сейчас. Надо сразу посчитать, чтобы не забрали мало или что. Ща объясню вам за прошлое поражение. Правильно, парни? Правильно, ребята? Попытаемся. Не знаю, это мы должны брать. Комфортно для меня. Я здесь в классику буду идти. Ведь ничего нет против Тэчиса абсолютно. Да-да. Just have a seat over there. Let the smart people work. Ой, погорелец на аксе. Я не законтролил. Зато я рано прожался и успею отрегениться до линии. Мне уж и станок на морфе. Ну-ка поднимусь-ка я сюда. Пойду с Фингой поздороваюсь. И сильнее, чем она. Сколько можно-то? Курьер Винги, да? Окей. Опа. Фласочка. Результат отрицательный по фласке. Сюда. Пойду сюда пока что. Хорошо. Только первый уровень на этой винге. Морфогал не курица мертва, он не может фласку взять оттуда. Забавно. Перекачивается, перекачивается. Хорошо. Сюда-сюда. Вот так. Пробивает, умирает. А это плохо получилось. Сапсом идет на винге. Хорошо. Он поставил варта, поставил. Я сюда. Тут за курьера умер. Что, убиваем сразу же? Меня когда-то почтили? Я курьер-то. Реально когда-то бы попало. Минус 2 фласки в курьере. Это просто нонсенс. Насколько он сейчас просел по всем ресурсам.
Ну, снова опс. Снова его воткнул. Так что я видел, где. Вау, супер. Просто зверь. Ну что, придется снимать вижен, конечно же. Снимает. Хорошо. Пока в салат вернем линию. В салатище. Салат Иванович, это вы? К вам приехали. Иду, иду, тролль, дерись. Хорошо. Че он там мне писал? В начале игры. Лови обраточку. С маской играет. Уже лица нету. Ускар, ускар, парни, парни. У меня заряд бурный есть. Нет. Страшно. Смешно. Это тоже мне что-то писал. Тоже лови. Тоже лови. Это карма, ребята, это карма называется. Лечу сюда. Хорошо. Центральная башня. Здесь все в порядке, все нормально. Нижняя башня противника. Поквитались. Поквитались, походу, с мародными. Тебя слушайте, не рано говорю. Упс. Сейчас добьет его, наверное. Да. Добил. My bad. Можем подефать только Кучумин? Вот здесь. Да, да. И вот здесь Кучумин. Две кучи, две кучи. Две кучи. Хорошо, хорошо. Молодцы. Ну, хоть арбора не хватило. Я вроде сейчас четко взорвал. Что такой толстый, господи? Сейчас убьет. Так. И вот так. Рядом постоял. А тут лучше просто уйти, мне кажется.
Ой, Яша. Где морф качается? Будто вообще наше лицо. Регис потерял. Я не могу там помочь без баста. Центральная башня противника разрушена. Как же они его убили? Я здесь стою минирую, потому что если вдруг чё, и морг пойдет снова спидать, я его просто убью. Ну то есть, я там не принципиально нужен. Ну помочь. Ой. До глубины души обидно. Так, я, пожалуй, отойду лучше. За фарму я отойду. Там и парю уже соло. Уже заканчивать может. Ему уже никто не нужен. Я свою работу сделал. Нижняя башня противника разрушена. Если у меня аурный билд был, аурный билд был, а тогда да. Чё-то в этот раз они уже не оскорбляются, уже все. Ты понял, тролль? На титанах ты не имеем права. Сейчас смог прожму и поставлю там мины. Это был мой оффлейнер, но я его не осуждаю. ГГ. Порядочность, вот это я понимаю. Порядочность. Да, это она. Привет, а я напоминаю, что есть такая рубрика, как вопрос-ответ, где вы пишете ваши вопросы в комментариях, и самые залайканные я отвечаю. Прямо сейчас пиши вопрос и ставь лайки на те, которые тебе интересны. Почему бы не сделать интерактивный ролик, в котором бы ты разбирал игру топ-миньоров Dota Buff и сравнил бы со своей, видимо, здесь имеется в виду. Интересный вопрос. Но, опять же, да... Если сравнивать со всеми минерами Dota Buff'а, то это очень трудоемко. Плюс, я думаю, игры в игру геймплей отличается. Но в целом, наверное, действительно это в хоть степени даже было бы полезно. Другой вопрос, было ли бы это вам интересно. И здесь уже, наверное, я какой-то опросник сделаю в сообществе, как-то так попробую узнать. Вот. Также, предвосхищая большое количество вопросов о Стрее, когда будет ролик, ребята, я стараюсь. Я пытаюсь организовывать из тех, кто мне пишет по поводу того, чтобы поймать Стрея. Если ты хочешь мне помочь, то помогай, пожалуйста. Очень забавно читать постоянные комментарии о том, что я занимаюсь стрим-снайпингом, что нехорошо. Я сам стример, я глубоко осуждаю стрим-снайпинг, из-за этого у меня дилей 5 минут. Но стрим-снайп, когда человек смотрит твой стрим
И за счет этого получает нечестное преимущество. И снайпинг, когда ты просто пытаешься попасться против кого-то, никаких преимуществ при этом по игре не получая, это все-таки разные вещи, ребят. Хорошего вам дня, надеюсь, ролик зашел. Завтра будет сюрприз, скорее всего.